Всем привет, с вами Сал, я продолжаю играть в Papers, Please. И в прошлом дне у нас за что-то конфисковали наши паспорта. Убийца сбежал из тюрьмы, это плохо. Зачем наши паспорта-то конфисковали, а? За что? Сейчас что-то плохо будет. Да. 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 Ну, надеюсь, это для нас ничего не грозит. Все государственные работники подвергаются полному информационному аудиту. Участие в несанкционированных группах является основанием для немедленного ареста. Ваша проверка назначена на 24 декабря, то есть через 3 дня. Не покидайте ваш назначенный регион. А, ну да. Продолжайте конфискацию всех арстотских паспортов у местных. Ай, блин. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю, я, может быть, уже... В принципе, их все меньше и меньше. Мне кажется, скоро игра закончится. Потому что мне уже немножко надоело играть. Потому что одни и те же лица постоянно видеть. Не, ну реально, каждый раз все их меньше и меньше. Это, наверное, хорошо. Так, дальше смотрим. Вот это вот. Подождите. Имя. А, United, типа Federation, да. Ну, окей. Лаура. Кристо Сити. Да, думаю, можно тебя пропустить. Да, все нормально. Опять, чувак. Ну, теперь-то у тебя не будет. Но. Че это? Фиг его знает даже. Доверяться ему. Ну хотя он хороший чувак. Хоть контрабанду провозил. Неужели у тебя контрабанды теперь нету? Я тебе даже не верю как-то. Тебя столько раз я задерживал. У тебя даже все вакцины стоят. Думаю, раз он хотел нам помочь, значит все нормально. Ну ладно. Ну... Я идиот. Ну, фиг ли. Почему бы и нет? Никита Бойко. Мне кажется, пол не совпадает. Почему Никита? Кто придумал? Это ж я... Я ж это не проверял, да? Несанкционированный... Ну, в принципе, я не знал. Повсюду подстава на самом деле. Я просто расходую свои деньги сейчас. Убристан. Так. Это я же проверял, да? Осталось, в принципе, проверить город.
Проходи. Конфисковать паспорта жителей Арстоцки. Так, у тебя же нету прививки от полиомиелита. Где прививка от полиомиелита? Все очень плохо. Короче, забираю я твой паспорт и уходи отсюда. И причину, да, поставить надо. Все, уходи отсюда. Снять штаны и бегай. Не, я все-таки доведу игру до конца, потому что народу реально мало стало. Кстати, интересный способ показать. Навестить родственника. Вес, рост. На сколько времени? А где это? Где сертификат-то, а? Все, уходи отсюда. Не, ну реально мало народа, вот посмотрите. Они даже не подходят близко друг к другу. Либо мы к чему-то хорошему движемся, либо к чему-то плохому. В принципе, два варианта. У тебя контрабанда, да? Ну что такой медленный сканер? Проапгрейдьте мне сканер. Запрещено же. Так, времени у нас еще есть, чтобы нормально людей провести через границу. Чай это? О, как это? Ну, я, пожалуй, Симон Венс. Симон Венс. Ну, страдать его не надо заставлять, но это плохо. Саймон Венс. Надо бы запомнить на самом деле. Встреча. Настоящая встреча. Так, идентификатор совпадает. Репаблия, Роза. Куйношева. Какой нашего. О, вакцины действительно. Ну да, Роза, проходи. Угу, я не ошибся. Так, чуть-чуть не соответствует фотографии. Да и это тоже не соответствует. Пиздешь, понимаешь, пиздешь. Да ничего особенного, просто тебя сейчас задержат. Так, думаю, последний, кого я пропущу или нет. Что-то давненько не было из розыска, или я просто мало обращаю на это внимание. Паспорт совпадает, Александр. Александр Родионович Бородач, да? Обрестан. Да, это совпадает. Очень давно не подделывали подпись, ой, эти печати. Так, Обрестан. Проходи. No problem. Совершенно новая проблема.
Да, блин. Давайте попробуем убежать, почему бы и нет. О, зря я это сделал. Очередь большая. 6 часов спустя. Ваши документы. Здесь. Вы входите в один. Да, это очень плохо. Ждем здесь. О! Качанг. Следующий. Ура! Я в Абристане. О, возможно, я поступил очень подло. 16 из 20. Применено штампов 239. Заработано 36. Задержано 49. Отказано 83. 287 туристов. Проведено. Давайте все-таки продолжим. Ну, итак, все-таки та концовка мне не понравилась, но я думаю, да. Самой лучшей концовки осталось совсем немного, но, по крайней мере, игра кончится скоро, так что я решил все-таки закончить. Как-то подло уходить одному. Да, я один проиграл еще раз тот день. Ага, вот сейчас придет он и может сказать что-то очень важное. Прикольная фотка. Все государственные работники подвергаются. Ага. Понятно. Ну что вот он идет сейчас, что он хочет мне сказать? Что ты сказал? Может быть, это место не так уж и плохо. Если так будет дальше, то пограничный пункт закроет надолго. Получили. А, то есть за предупреждение меня могут закрыть. Ну ладно. Опять народу дофига, да что ж такое? Ну не знаю. Как-то странно на самом деле все это. У тебя ж нету разрешения вакцинации. О чем я говорю? Бля. Как-то не прикольно. С одной стороны, я уже хотел бы закончить, но я хотел бы нормальную концовку. Извини, чувак, но ты не пройдешь никуда. Что происходит? Что же это может быть? Следующий. Главное, тот чувак. То есть, подождите. Что там написано было? Да, надо даже у всех хардстоцких жителей конфисковать паспорт. Блин, печально. Так, это я не всем проверял, но все равно я понял, что все нормально. Кажется, меня скоро закроют. Мне уже даже не дали там никакой фигни. Блин, да я вроде все это проверил. Ну или... А, вот что я не проверил. На 100% я в этом уверен. У вас отпечатки пальцев другие.
Даже не знаю. Чем же все это закончится? Интрига уже такая идет у меня. Калечия. Так, дата. Так, рост, этот вес совпадает. Пол женский, да? Ну, проходи, что ли. Осталось, в принципе, нам жить 2 дня до этой проверки. И дальше все может быть плохо. Мало ли что ты думала. Следующий. Да блин, вот. Сейчас без проблем найду, только его забираю. Извини уж, чувак, так получилось. Ну, невнимательно я такой. Что ж, тут уж поделаешь-то. Не ты, нет. Так, ну это я у тебя заберу. Просто я боюсь, что меня уже погребут просто за все эти нарушения. Парадизна. Да, думаю, тебя можно пропустить. Да не нужен тебе паспорт. Не имею права. Да ё-моё, хватит уже приходить с таким количеством бумаг. Так, номер паспорта. Так, пол у нее тоже совпадает. Опана. У вас рост неправильный. Я подозреваю, у вас отпечатки тоже изменились. Да нет, отпечатки вроде совпадают. Ну и фиг с вами. Номер паспорта. Имя. Это. Ладно, проходите. Все вроде нормально с вашими документами. Да, фу, все нормально. Дипломатический посол, видите ли. Но у вас вакцины просрочены. Следующий. Чё, у меня такой злой взгляд. Не хотелось бы его пропускать. Где твои очки? Где очки? Ничего, переживете. Я же говорил, что я не хотел ее пускать. Моя интуиция меня никогда не подводит. Ну хотя, да, подводит, наверное, каждый второй раз меня подводит интуиция. Или не подводит каждый второй раз. Ну ладно. Мудила. Из Нижнего Тагила. Так, нужно его пропускать или нет? Вот я не знаю на самом деле. Вес у него подходит, рост подходит. Узкоглазый почему-то он только.
Это, в принципе, не страшно. Пол мужской, Антенегрия, Глория, смотрим. Глория, да, все правильно, проходи. Сегодня, кажется, вообще много сможем. Я не знаю, что это такое. У тебя чего-то не хватает, чувак, мне кажется. Видимо, у того чувака чего-то не было. А где разрешение на доступ, эй? Эй! А, я понял. Вот этого не хватает. Ну, меня это не волнует. Отказываем, все. А, и вот это отдаем. Попрощайся со своим паспортом. Стойте, это опять тот же чувак, эй! А, ну, ладно, в принципе. Доступная квартира 7 класса. Нет, я не буду убегать. Думаю, на этом я закончу серию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.